Всем привет! Сегодня у нас лесной блог. Сегодня не будет заброшек. Мы решили немножко отдохнуть от них. Мы на горе. Чертовка. Приготовим лесной кухни. У нас будет лесной чай, лесная курица на вертеле. Приятного просмотра. Поехали! Вот наша курица. Мы ее будем мариновать. Приправками. Жарим мясо. Это не реклама. И приправишь для шашлыка. Здесь у нас еще соль. А здесь у нас перец. У нас импровизированная доска со сруба дерева. Да. Так, чтоб у нас, короче, этот как его. Попиталась получше мясо. Сделаем вот так вот. Я не претендую на звезды Мишлен, но все же мы сделаем надрезики. Я считаю, это будет правильнее в данной ситуации. Чтобы мясо прожарилось в крылышке. И какой вообще рецепт? Расскажи, что у нас за курица будет? Курица у нас будет самая простецкая. Возьмем мы соль, перец, там зеленые травы, лучок, подкинем немножко лучка вовнутрь. Вовнутрь лучка помидоров засунем. И у нас еще есть для шашлыка, получается, маринад. Пустим его тоже в дело. Получится то, что получится. Увидим. Пока я делаю надрезики. Ответ немного ли? Отвечу так, это все сгорит по факту. Ну ты же сейчас ее за это разотрешь. Вовнутрь будешь пихать? Вовнутрь буду пихать, подожди. Будем резать крупненько, чтобы, сейчас, получается, он не повываливался весь. Кого? Курицу? Да. Сейчас придумаем. Так, сейчас мы еще посильнее разотрем перчику. Нанизываем курицу, скажем, на вертел. Так, завершающий штрих нашей процедуры приготовления курицы. Ну, сейчас мы еще маринадом ее обмажем, и все будет шикарно. Для маринада у нас используется маринадик. А, ну ты ее зашей еще. Я зашью, но сначала я маринада туда волью, получается, чтобы он пропитался. Стараемся не измазать, конечно. Видишь, что я? Сейчас мы немножко вот так припоставим. Крылышки, все, маринадики у нас. Там написано 30 минут маринада. 30-минутный маринад. Но у нас нет 30 минут. У нас нет 30 минут, так что пришлось сделать надрезики. Это будет экспресс. Экспресс-готовка. Да. Что-то зашиваешь ее, да? Да. Каким-то гвоздиком.
Но, к сожалению, у нас не оказалось жгутовой веревки. Ты как понял, какой у тебя длинный двойник? Курочка жарится наша. Ой, подгорела. Нормально. Пламя не сильно? А ты отодвинь его. Как я отодвину? А, вот так, да. Ну, курочка на вертеле. Вот можно бы там потом убрать. Ну что, пошла у нас картошечка в ход. Сегодня у нас что, картошечка? С чем? Картошечка будет с салом. Правда, я сало еще не наблюдаю. А, вот же. Пакетик. Сало? Конечно, солененькая сальца. Ну, в принципе, нормально идет в фольге. Я думаю, на все хватит. Сало в фольге, вот да? Вон. Ну а что там, сальце, перчик? Сальце, перчик, и мы отправляем это дело в фольгу. Что, мы закидываем картофан? Да, картофан. Закинем картофан. Курица готова? Ну, собственно говоря... Сколько мы ее жарили? Часа два, да? Сколько сейчас время? Кто-нибудь посмотрел, нет? Ну да, часа два мы ее точно, даже, да, наверное, больше, часа два с половиной. Ну, такая корочка, но это хорошо. Маринад запекся. Вот, внутри она вроде прожарилась, мы ее попробовали, порезали. Поэтому будем сейчас снимать пробу. Две тарелочки. Выглядит она аппетитно. Ну, плюс мы еще проголодались уже. Вот две тарелки поставить куда-нибудь. Разрезать. Слушайте, какой аромат от нее пошел. Так. Божественный. Горячо. Можешь вилкой помочь? Овощи. Овощи выгребай. Вот такая курочка получилась. Мне кажется, она готова на 100%. Вся готова, она тает во рту. Огонь. Едим. Это южный чаек. Южный что там чаек. У нас? Да не, так не видно. Апельсинки, яблоки у нас тут, да, что-то да. Чаечек. Короче, все как надо, все подаешь. Все как надо, да. Вечерний чай и все, и выдвигаемся в сторону дома. Время уже 8:00 вечера.
назад нам идти 6 километров вниз. Ну, вниз, не вверх. Немножко по тайге. Вот. И выйдем к дороге, где припаркована наша машина.